Снегопад, мороз, вьюга, зима в этом году не балуют жителей Северной Европы и многих регионов Восточного полушария. В России в это время года снегом и стужей мало кого удивишь, но даже там фиксируют рекордно низкие температуры. В Москве за ночь столбик термометра опустился до минус 30 по Цельсию. Это на 12 градусов ниже сезонной нормы. На Урале жители некоторых населенных пунктов остались без отопления и горячей воды. Сильные морозы вывели из строя местные котельные и теплосети. В ряде городов прекращены занятия в школах. Сильные снегопады парализовали транспортное сообщение в Польше. Дороги перекрыты, снегоуборочные машины не успевают их расчищать. Передвигаться очень непросто. Я бы посоветовала пожилым людям оставаться дома. На костылях здесь точно не пройти. Я ими пока не пользуюсь, но мне уже не 20 лет. Ходить здесь тяжело. И не хочется потом лежать со сломанной ногой. Не на шутку зимнее ненастье разыгралось в Нидерландах. Перекрыты крупные автомагистрали. Снегоуборочная техника не успевает расчищать образующиеся снежные дюны, высота которых местами достигает 60 сантиметров. Непогода также стала причиной серьезных перебоев в воздушном сообщении. В аэропортах страны отменяют рейсы из-за обледенения взлетно-посадочных полос и метели. А в Великобритании засыпало снегом национальный парк Йоркшир. Власти выпустили предупреждение об аномальных холодах по всему королевству и снежной буре, которая принес в страну шторм Дарси.